Приветствую зрителей нашего канала. Сегодня у нас в работе Toyota Hilux. Автомобиль заехал на шумоизоляцию, мы его разобрали. Ну, так как это пикап, соответственно, шум здесь в салоне очень сильный. В первую очередь он идет вот от этой стенки. Ну, конечно же, от дверей, потому что очень большие двери, объемные. А на них нет ничего, кроме нескольких усилителей. Металл очень тонкий. Слышно, как он барабанит. Соответственно, от вибрации от этих и появляется у нас шум. Здесь у нас вибра заводская. Она у нас остается. Просто обезжирим все и начнем монтаж нашей виброизоляции. Все материалы предварительно будем нагревать и после прокатывать валиками. Приступаем к работе.